Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games. И мы с вами продолжаем. Так, переворот. Так, игра у нас все скачалась полностью. И нам, значит, показывать повтор. Или на повторном пройти эту миссию. Казнь, да, эту? Если это она, то мы сейчас на паузу поставим ее и пройду и продолжим. Вот точно она. Ну да. Президента Альфа-Лани в прямом эфире центрального канала. Американцы свои планы насчет Алясада. Альфа-Лани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он отправляемся в Россию перед десантной операцией. Спасать Николая. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. День второй. Лоялисты ждут нас в полукилометре Кавказ, к северу. Кавказ, Россия. Выходим. Лоялисты, кстати, да? Это кто, хорошие? Совместные будут опираться с русскими. Ну, открывать огонь при виде нас они не станут. Так, что у нас там есть? Две мины есть у нас. Так... Флешки, ага. По оружию у нас тут. Покемперить можно. Огонь по усмотрению! Цель нейтрализована. Минус один. Все, пошли, пошли. Так, ночная операция, да? Жать. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-запад. Так, разведданные забираем. Хотя время и место вторжения сил США не разглашается по причинам безопасности. Министр обороны США сообщил, что в операции... О, погонять что ли? Так, куда наши братки ушли? Дальше. По течению по реке пошли. Так, мост. Там какая-то движуха. Угу. Поселение. Так. Сол, установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Мину установить. Одной хватит. Ну чё, камон. Чё это они? Откуда он вышел, блин? Нормально. Нас немножко зацепило. Спокойной ночи. Спокойной ночи, малыши, да? Зарядишь? Нет? Ну ладно, нам особо не надо туда лезть залазить. Шахматы играли тут. А, тут дверь была. Он посюда и вышел. Так, братки лежат. Разведданных нету. Двигаемся дальше. Так, все чисто. Туалете чисто. Ты чуешь газ? Да, Комаров. Велосипед.
Так, это кухня, да? Так, вот и подкрепление наше. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Русский спецназ. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Похоже, я твой должник. Еще бы, черт возьми. Нормально, подкрепление у нас тут. Давайте, русский спецназ, тащите. Ваня, подходи и приготовься к атаке. По моему сигналу. Да, сейчас начнется тут война. Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Так. Все тут зашкирились. Че, сидим? Кого ждем? Суп, сюда! Так, вышка. Связь, да? Соуп, живо сюда! Что, артиллерия, что ли? Соуп, сюда! Воу! Снайперская группа на позиции. Град, вы прикроете левый фланг. Понял, прикрой левый фланг. Соу, бери снайперку. Вау, шикарно. Подкрепили. Соу, нейтрализуй пулеметчика Фокнер, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Я бы не убил его. Вон там, засел. Стреляй по второму пулеметчику через стену. Толкай. Ну, подвиньтесь, встали тебе. Нельзя пробить. Да, там пацаны сбегались. Опа. Прыгнут, кемпери тут. Странно. Вот стреляет, и не попадает. О! Ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Не говорил, что они здесь не будут. Я плачу душу, прилетели. Сюда. Сваливать надо отсюда. Быстрее, Комаров. Мне нужен этот шпион. Тебе не о чем беспокоиться. Шикарно, шикарно. Уничтожим БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Вот, вышибайте. Доложите обстановку. Пожарников вызывали. Сколько еще времени? Не толкайте, сука. Хорошо. Ладно. Я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Как горячо тут, а? Пока нет. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. О, ствол есть. Ну да, бить-то больно. Постой, отдыхай. Стреляй. Граната. Ну не пробьют вроде. Пнули. А, щит. Я на раз и метки прокинул в окно. Хотя можно было схватить и выкинуть назад. Я думаю, она снаружи валяется. А оказывается, внутри было. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Ну, блин. Бить-то больно, а. Подойди, подойди. Во-во-во-во-во. Нормально.
очень-очень больно. Слышали там, по-моему, кемпериум. Так, это, кошки мои. Зачем? Нам граната нужна. Ух, подбежали уже сюда ближе. Давайте продвигаемся. Что мы там надолго засядем. Подкрепление, что они там не идут-то? Вот это первое. Погаши мою тут. Давай, граната. Опс. О! Не надо гранату. Появится на тебе за это дело. Попали в окружение. Помогите прикрыть их с утёса. Где наш шпион? Время на исходе. РПГшечка. Помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше наш шансов спасти вашего шпиона. Помочь нам, да? Просили, да, пацаны? Жит. Камуфляж такой. О, БТР танк. Это БМП. Все, взорвали. Хэдшотики, хэдшотики, кому хэдшотики. О, как больно. Есть потери! Да, у вас потери. У нас пока вроде бы нет. Так, а наши пацаны тут присели. О, вот они тут. Отлично. Хоть какой-то успех. Теперь за мной к электростанции. О, сколько они скучковалось-то их. Да, мы бежали. Жать. Так, они отступают, все. Наша раша. Так, а нам куда дальше? А, на вышку. Это радиовышка, да? Так, техника есть. Покататься, увы, нельзя. Или... Все, начался окончательный штурм. Если довольно, где этот шпион? Ты что делаешь? С ума сошел? Ты что это? Где он? Тебя возомнит? В доме. В доме на северо-восточном краю деревни. Не так уж сложно было, правда? А теперь в угол. Соу, газ. Мы должны добраться до того дома прежде, чем толкает. Вперед. Ничего унести. Так, все. Соу, живо спускаемся. Сюда. Ну, полистайся. Так, бежим, 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 бежим. Так, свои. Вылазим. Бомбан. Это что там бомбануло? Какого творите? Ага. Есть он тоже. Тащи здесь. Чуть не зашипели, блин. Давай, Прайс, тащи. Молодец. Попашечка там ушатал. Это было больно. Бронежилет спас. Сдох. Пистолет. Черт, надо спешить. Ну, проходи, проходи. Че, очкуешь, да? А, свои. Я что, своего убил, что ли?
Блин. Прости, чел. Это явно пал героем. А что, своих можно убивать? Ха. Я не знал. Теперь будем знать. Точнее, своих союзников можно убивать. Из нашего отряда там мы убить не можем. Газ, обойди здание, отключи электричество. Соб, за мной. Давайте я обойду и отключу электричество. Здесь? Газ, выполняй. Ну и все. Так, электричество отключено. Вперед! Так, у нас обычное видение есть. Отлично. Виктор, электричество отруби. Да-да. Прибор ночного видения сильно облегчит задачу. Нейтрализуй их по-тихому. Собой. По-тихому? Потому что не хочу по-тихому. Так, второй этаж. Саша, ты там? Саша! Да-да. Он там. И ты тоже там. Так, поднимайся. Ну, ты не поднимается нам, да? О, кто-то стрелял. Ты что ли? Граната? Ты же дурак. Падла. Через дверь шмаляет. Так, чисто. Чисто. Так, здесь нету. Так, где Николай-то? Ух ты, блин! Как так-то? Я всю обойму у него всадил в упор. Он меня вынес вообще моментально. Еще я слепил, падла. Ладно. Выходи. Так, вот он, Николай. Николаишка, да? Что вам нужно? Кто это свои, вы? Свои. Спецназ? Опять это толкается там. Прайс. Это он. По щам прописать. Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Ну, раз может, спасибо, что вы пушку забрали. В атаку. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6 на связи, Орлан. Так, теперь нам надо вывести его, да? Пошли! Пошли! Че орешь-то, блин? Вертушка. Черный ястреб. Жим. Все. Давай, спасли. Террористов уничтожили. Американцы уже атаковали Аль-Асада! Нет, вторжение начинается через... Американцы ошибаются! Им ни за что не взять Аль-Асада живым! Ну как. Танц в темноте. Это масштабная военная операция, да? Сейчас будет. Внимание! Разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Мы будем играть за морского пехотинца. Вас поняла, стрелок 6-4. Улетаем через 10 секунд. Вас поняла. Ну что, морские пехоты? Покажите нам, что вы способны. Мы попали под обстрел. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. Да, у меня нет. Черт, чуть не попали. Здорово. Вижу цель. Thank you.
выехал на высоту. 5 секунд. Ждать разрешения. Пускаемся по тросам. Пошли, пошли. Гоу. Гоу. Пошли. Вперед. Что ты не живой, да? Все, в бой. Второй отряд. За мной к зданию. Вперед. Вперед. Позиции. Вперед. Так, дорогу перекрыли, да? Пистолет, да, АКшечку взять, так свою там. Так, там здание, да? Ну давайте, убивайте, взрывайте. Взрывать будет. Отходим. Взрывай! Загонит! Шоп. Он стоит. Ну, стоял. Так, теперь надо поменять. Джексон, занять позицию. Без прицела, блин, почему? Нам бы что, без прицела бы. Так, подвал. Опа! Я там встречает, однако. Тихо, ну-ка, раз. Вспышка. И тишина. Они вон там, они. Выснулся. Сзади. Ну да, пойду прорашу. Блин, как они выносят вблизи-то? Все, обойму всаживаешь. И они в живых остаются, да, значит? Так, ну, открывай дверь там. Не открыто. Блин, путаю удар с гранаты. Давай, прокинуто сразу, да. Выбежали. Раненый. Чисто. Разведданные тут завалялись. Пистолет нам нужен. О. А дробаш можно взять. Ой, кого-то изрешетили? Да слышу я, да еще не вижу даже. Как выжили? Всем отрядом! Проверить все трупы! Искать Алясада! Серьезно, тут проверять? Зачем их проверять? Здесь Алясада нет, сэр! Центр, говорит Красный Волк! В здании чисто! Алясада нет! Прием! Тоже подобрал, да? Подходим, центр! Конец связи! Всем быть на чеку! Самолеты пролетели! Мы только что сообщили, что Алясад ведет передачу с телестанции в полкилометре отсюда! Телестанция? Подвигаемся окей. Пешком! На месте заберем посылку. Вперед! Давай, вали! Опа! Террористы! Опа! Ну, дорогие навали. Пробивается. Шудик. За мной, пацаны. Поужался. Тихо-тихо, своим. То есть, точнее, трупы есть.
Ах ты, падла, ну хера-то выбежал прям под пули мои. Так, понятно. Ой. Стой, 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 стой. О, тихо. Ну, побежали вперед, куда тянь. Вот пыль, вылез под прицел прям. Опа. Я раз себе зашкирился. Держи, бля. О, там еще один. А, ну я же стрельнул уже. Вот трусы, блин. Ха. Точно. Искусственный интеллект покачали. Как покачали. Крысы они стали так. Пошли, пошли. Так, блин, не курю этих куда. Раненых не берем. Мы же присели тут уже. Жопу-то прикрывайте мне. О, а ты откуда, браток, выбежал? Там же все чисто было. Блин, ну нафиг эту сторону, не пойду по ней. Это странно отсюда. Откуда он там пробежал-то? Вот, блин. Ладно, там пока наши пускай сидят, я тут прочищу все. Тут, блин, как-то интересно, спину заходят. Мои силы. Кемпер, что ли? Крыша. Не стреляй! Свои на подходе! Так, здесь как дела обстоят. Во-во-во-во-во. Бегут. Граната! Граната! Наши положили. Еще одного положили. Жать. Хедшот. Мозги. Мозги. Кому мозги? Все прочистить, чтоб не отходили. Может, ПГшечку взять? Шмальник по раз. Легко, стрелять. Не стрелять! Свои на подходе! Че по духу орешь-то? Опа, сверху. Вижу врага. Видел? Больше не увидишь. Так, нужно покемпить. О, кальянчик тут дымили, да? О, это дело у него забило. Спасибо вам. Это мощь. Эй. Все, крыша чиста. Первый этаж! Огонь!
ну, пробьем тебя. Шикарный калаш. Так, ну, двигаемся. Ту сторону зачистим. В двоечка. Так, приехали. Пацанчики дальше. Свои, свои. А, кстати, стрельба есть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ой. Один заряд, что ли, был? Малян. Где лестница? Погрешки нету. Ага. Смотри. С РПГ там сидит. Садился. Че там? Конечно, можно взять и СВДшечку, покрепить. Ну и так нормально. Это чиз. Очки, ладно. Вылазим отсюда. Ах ты, падла. Засел там, да? Ах ты, вовремя спрятался. Глазик твоего мазик. Ну-ка. Скажи чиз. Нельзя. Наверху на втором этаже. Свои. Вот он, сука. Сука. Я думаю, наш догадается, зачистит крышу, блин. Хотел пойти посмотреть и в итоге посмотрю, блин. Да, сложность тут, да. Пару выстрелов и мы труп. Так, ладно, а наш, надеется, бессмысленно, блин, сами все зачищать. Парочка. Жим. Ну там лестница. Сади. Закинет. Да. Лоскошен тут радиус. Нормально, приличный такой. Ну что, он взрываться же может. Смотри, бежи, бежи. Оху. Дебил. Не рашит. Идиот. Дебила. Граната. Граната. Чудом остался живым. Так, главное, я хочу на лестницу быстрее. Где лестница? Ну тут у меня. А дальше еще. Свои, блин, цель там. Руки вверх. Быть начеку, сзади свои. Никого нет уже. Одни трупы. Разведданные есть. Забираем. Патрушки. СВДшечка. Так, там завал, да? Пыш.
просто отдача бешеная. Держите убитки. Все? Нет. Впереди все. Так, продвигаемся. Так, раненых нету. Чисто. Так, где наши пацаны? Вижу здание. Так, вот оно. Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Станция, да? Отлично, занять позицию. Помню ее. Так, вот здесь надо. Так, давайте, взрывайте, уносите. Да, там тоже миссия у нас ждет. Выполнять! Заходим! Пошел. Заходим! Тихо. Здесь вообще их хватает. Ага. Один готов. Че встали-то? Двигаемся. Че, всю работу за вас делать? И сюда. Так. А, ты же завал. Кто это кинул? Явно не они. Лежит. Так, все чисто. Что будет-то? Помню тут-то. Мясо сразу. Взялся тут. Тихо, мужики. Потом меня здесь хватит. Кинули сюда. А, точно сюда. Ноги, руки на месте. Шоды. Закинул, блин, падла. Пошел. Нет. Не закинул. Да. Это прыгнул. Ой, блин, назад. Так, всю наших положили. И один остался. Забери две собой. Бордели, вы что, враж пошли? Серьезно, один? Как так-то? Нет.
Спрятался тут. Граната убила? Да, она самая. Да, перестрелочка так. Нормально, блин, все заново, да? Ладно. Let's go, быстрее. За угоном, пока, да? Перестрел. Ладно, ладно, заходи. Закинули. Ладно, продвигаться не слышно. Чтобы, собственно, не останавливаться. Закидать гранатами, зарашивать. Пошел. Это что было? Это была РПГшка. Она была сверху. Давайте, продвигайтесь. Мы продвигаемся, а только наш продвигается. Так, сидеть они там. Ну, откуда ты вылез? Пошел. Вроде добить надо. Сжать. Следующий. Так, ну. Кто там где остался? Это наш. Внутри что ли там? И наверху. Блять. Ну, возит там. Место респауна, да? Так, это наши. Тоже наши. Так, по-любому где-то разведные данные появляются. Все, упал. Все чисто! Наверх! Алиасан должен быть на втором этаже! Точнее, марафет навели. Так, сюда. Чисто. А вот и наши парни! Где? Так точно! А, техника подоспела, так да? Точно! Абрамсы, ну да. Не стрелять! Это твои!
Никаких признаков аль-Асада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть начеку. С пулеметом. Так, наверх. Чисто, да? Империт тут. Хотел же спрыгнуть с ним. Давайте снимем. Кого-нибудь. Вон туда. Фай. Нам не жалко. Ладно, возьмем эту душечку. Нет, не нужна эта душечка. Не люблю я к ним пилить. Так, ничего, не бесконечно. Надо же будет дальше двигаться. Цербер! С тыла! Сюда вот. Заряжаемся. Вот. Ух. На себе. Звуковая скорость, да? Заходим. Тихо, не толкаемся. Куда? Сюда? Или сюда? Кажется, он здесь. Я его слышу. Да. Давайте. Выполнять! Нормально вынес. Да. Ага. Тут его нету. Тут тупо. А, ну, связь. То есть, точнее, запись. В комнате чисто. В эфир пущен. Его здесь нет. Она поставлена на повтор. Хромаки. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо! Мне все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи, прием. Да. Так. Запись. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушай меня! У нас новое задание. Ну, быстро собраться и на выход. Вперед! Все. Масштабная война у нас продолжается. Абрам застрял. Танк из группы Альфа застрял в полукилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли! Друзья, тогда мы здесь остановимся, а продолжим следующую серию. Так что подписывайтесь на наш канал, поищите RGames, лайкайте, комментируйте. И всем удачи, всем пока.